Всем-всем доброго денечка. Посмотрите, какую нам милоту подарили. Это маленький кулер с конфетами. Но мне сказали, конфеты оттуда уберете, и будет маленький кулер для вкусняшек для собак. Да, Вигуся? Тебе или всем? А? Как ты думаешь? Вигогось? Вигогось, смотри, какая милота. Он маленький, прям вообще. Вот все прибежали посмотреть. Сейчас уберем конфетки, попробую туда положить лакомство. Здесь вот эта вот крышечка снимается легко. Сейчас конфетки высыплю и, наверное, положу Дримис. Дримис они все любят, и посмотрим, будет вообще работать. А с конфетками, то есть, работает вот так. Так, одной рукой неудобно. В общем, вот эта вот штучка поворачивается, и конфетка вываливается. Так, ну-ка попробую. О! Во, получилось и одной рукой. Вот так вот, то есть, это работает. Сейчас положим вкусняшки, да? Посмотрим, как будет работать. Так, заполнила баночку вот Дримисом этим. О, они даже по цвету подходят, да? Ну, сейчас нужно проверить. Тут у меня чуть-чуть высыпалось уже, пока я заполняла. Так, нужно проверить, работает или нет. Так, опять же, с одной рукой неудобненько. Легенький он. Так, сейчас, оп. О, выпадает. Вигуся. Че, сегодня Дримису не хочешь? Не хочешь Дримису? Странная ты. Тогда кошке отдадим кулер. Кошка любит Дримис. Милуся. Вот такая вот игрушка у вас. Вас мебель собираете, да? А скажи, Ляля, я все люблю, да, скажи? А, Вигуська, эти подошли, она от жадности сразу же есть стала. Ну, вот такая игрушка-приколюшка у нас теперь для вкусняшек есть. Это вот нам подарили такой мини-кулер. Можно его будет даже в домик поставить, да? В ваш домик поставим. Вот такие вот у нас и подарочки идут. Да, к Новому году нам идут подарочки. Да, мы вам желаем хорошего настроения, много подарков, новогоднего настроения. И самое главное всем крепкого-крепкого здоровья. А я пойду им нормально Дримиса дам, да? Нормально надо вам Дримису дать. Да, вот так вот. Скажи, кулеры какие-то придумала еще. Вот еще. А где тут фиенок, микроребенок? Где? На, феечка, на. Лялюша, на, миленькая девочка. Скажи, из рук брать приятнее. Ну, а мы вас целуем, обнимаем и хорошего вам дня желаем.